Сегодня у нас 7 января 2023 года. Первый раз в этом году выбрались с другом на рыбалку. Рыбачить будем вот на этом вот озере небольшом. Оно недалеко у нас от дома находится. То есть выбрались там часа на 3. Пришлось немного покопать сугроб, чтобы поставить палатку. То есть сугробы уже по колено. Лед уже толщина где-то с полметра. Сегодня будем рыбачить в одной палатке. Вот так вот расположились. Взяли с собой чуть-чуть в честь праздника. Сегодня у нас как-никак Рождество. Горячительных напитков. Приступаем к рыбалке. Вот такая вот у меня, друзья, безмотылочка. Снизу чертик. Ну, и здесь вот второй крючок обманка. Все самодельное, так же как и удочка. Удочка у меня бескивковая. Очень чувствительная. Как говорится, ловись, рыбка большая и маленькая. Так вот опустили на дно. Несколько раз постучали. И потом мелкими-мелкими рывочками начинаем играть. Оп! По-моему, есть что-то. Да ладно. Да, сейчас посмотрим. Сошел. Оп! О! Вот сейчас точно кто-то да сидит, ладно. Сопротивляется. Подожди. Кто там? Вот такой вот кругленький. Красавчик. За нижнюю губу поймался. Вот, друзья, и первый сегодняшний уловчик. Блин, ну не похож на ротана или ротан все-таки. Короче, кто знает, пишите в комментариях. Народ как бы здесь есть. Вон три рыбачка бегают. Посмотрим. А, вон лыжники катаются. Ну все, друзья, вот пролетело 3 часа незаметно. Поймали, как вы видели, только одного ротанчика. Поклевок нету, погода меняется. Завтра заморозки у нас опять до 29 градусов передают. Поэтому собираемся мы домой. На этом все. Всем пока. Спасибо за просмотр. До новых встреч.